нахожусь на пляже в Дикиле. Мне этот пляж вообще нравится очень. Смотрите, тут душ есть. Видите? Очень удобно. Купался в море, пришел помыться. А еще сюда иногда привозят такую машину с мороженым. Так что всегда есть возможность купить детям мороженого, ну, себя немножечко побаловать. Почему нет? Это, кстати, знакомый моего мужа. Он вместе с нами на воскресной ярмарке тоже рядом мороженое продает. Мороженое у него всегда вкусное. Я, конечно, на правильном питании мороженое покупаю, ну, крайне-крайне редко. Вот там есть туалеты. Тоже очень близко. В принципе, каждый пляж обычно этим оборудован. А еще на этом пляже написано, что здесь нет спасателей, поэтому весь риск на себя принимают отдыхающие. И просьба наблюдать за своими детьми самостоятельно. Это моя мама, она только что выплыла из моря. Как Афродита. Афродита ваша. Да. Сейчас я вам покажу, что мы с мамой взяли с собой на пляж. Ну, из вещей это шляпки. Парео, которое мне не понадобилось, поэтому я его просто повесила на дерево, чтобы оно мне тут создавало уютную атмосферу. Мама взяла с собой веер, наверное, ей он помогает от жары. Мне как-то веер обычно не пригождается. Полотенце обычное, большое. Подстилку обязательно нужно брать, на которой можно посидеть. Мы не думали, что попадем на этот пляж с шезлонгами, поэтому приготовились так конкретно. Взяли с собой вот такие коврики. Коврики, кстати, это я сама вязала из трикотажа, поэтому они тоже очень функциональны, хорошо впитывают в себя воду после моря. И еще у нас с собой вот такой вот пластиковый термос, в который может очень хорошо поместиться на двух человек на пару часов любая еда и любое питье. Сейчас я вам покажу, что мы с собой взяли из съедобного. Сейчас уберу чашечки. Вот это, конечно, взяли немножко водички. Помидорки. Уже остался один помидорчик у нас. Это оливковые сухарики. Очень вкусные. И сушеный инжирчик, конечно. Часа на 2-3 этого будет достаточно. Кстати, рядом с нами сидит целая семья. Это такие киприоты англоязычные, видимо. Половина семьи из Англии, половина из Кипра. Так у них с собой была даже целая кастрюля с макаронами на всю семью. Так что люди здесь местные приносят покушать с собой. Ну а туристы в основном, наверное, покупают. Здесь неподалеку есть разные ресторанчики take-away. И я тоже видела вот некоторых отдыхающих. Они приносили с собой тоже такие тарелочки запакованные, одноразовые. И у них тоже был прям такой полноценный обед. Вот тоже посмотрите, люди приехали с большим термосом. Смотрите, какой фламинго клеенчатый детский. У меня когда-то был такой лебедь в детстве, похожий, только поменьше, правда. Накидка у женщины черная, сеточка синтетичная. Я себе тоже такую свяжу, наверное. У нее, правда, не вязаная, но я могу и связать такую. Ну что, вам как водичка была? Супер водичка. Вчера сделала маникюр, видишь, и на местах, где свежие срезы, встает, все стало йодисто, да? Да, то есть, представляешь, польза. Смывать да. Не буду, покоричневело. Далеко заходила? Ну, вон где, вон крайние люди, я даже всех заходила, ты знаешь, да. И что там было? Ну, уже воду не достаешь, и видно ноги, и дно видно. Единственное, не так, как ближе, а когда ближе, так настолько прозрачное, что даже вот лучики солнца, и волна дает, и прям, ну, вообще просто, как мраморные лучики эти летают. Вода прозрачная. Водичка, да? Несмотря на то, что уже конец лета, уже, казалось бы, столько туристов тут побывало, да, уже все тут перекупались, воду эту всю, ну, да, и это же я тебе, песок подняли. И я первый раз вижу, и прям, людей немало, да? Такой людей, да, вот, те года я не попадала на такие пляжи с количеством людей таких. Ну, я думаю, в Ларнаке больше будет, здесь Дикиле, да, это сегодня. И сегодня же будний день, сегодня. Не буду душ принимать сейчас, дома приму уже. Ну, правильно.
Водичка немножко, лечебные свойства свои. Ой, смотрите, самолетик, видно вам? А, знаешь, что я еще видела? Что ты еще видела? Рыбки плавают. Рыбки сантиметров большие, по 6, покажи, маньки, какие. Маньки, ну, такие тоненькие, как мизинчик. Вот, видишь, как. Темные рыбки. Классно. Может, какая-нибудь. Цепура, думаешь? Ням-ням. Я не знаю. Цепуру мы любим. Да. Поближе было очень красиво. Красиво? Ты доплывала? Ну, я где-то до половины, чем вот между нами с тобой расстоянием, я там была. Смотрите, красивый пляж, там как карьер. Фотографировать. Там бы фотографии красиво делать в этом месте. Да, да. Здесь такой обычный берег, вот где мы сейчас находимся. А с той стороны такой, как карьер, такой резкий. Красивые фотосессии красивые. И с той стороны, кстати, маленькие. С той стороны? Да, вот смотри, маленькие рыбы. А там как камни такие вертикальные тоже, резкие, обрывы. На которых можно фотосессию. С пальмами. И с пальмами, камнями. Да, пальмочки здесь. Здесь можно красиво. Вот, смотрите, утопить. Фламинго уже плавает. Утопить? Наверное. Или он просто залезть на него не может? Ну, а. Прикольно, я тоже такого хочу. Хоть я уже и выросла. Ну, надо все лечь, полежать на нем. Ну да. Я люблю на травы. Плавальные. Подушки. Он его точно топит, смотри. Да, вот посмотри, он просто его топит. Thank you. Это фисташка с клубничкой. Хочешь? Ой, конечно, хочу. Фисташки и клубника. Ну давай, давай. Знакомых или дальних родственников. Так мой муж встретил уже здесь человека 3, наверное, кого он знает. Смотрите, какая китайская роза здесь шикарная растет. Или еще гибискус называется. Гляньте, какие цветы большие, шикарные. У нас когда-то с мамой дома такое растение было. Была одна вот такая открытая розочка и еще одна розочка полная. Ну, внутри тоже были лепесточки, не только по краям. Такие кусты тут подстригают, и с этой стороны тоже. А вот они, пальмочки финиковые, поближе. У финиковых пальм есть мужские деревья и женские деревья, поэтому одни финики плодоносят, а другие нет. Интересно, а сколько нужно мужских деревьев? Или парами их надо ставить? Ну вот их обычно ставят много женских, там одно мужское, например. Ну хотя бы одно мужское дерево в саду, вот если кто-то пальмочки выращивают, но это похоже, что женская, потому что на нем есть финички. Да, бывают пустые, без фиников. Может, вот это как раз и есть мужской? Нет, это какие-то другие виды пальм. Mm. Это не финики, а что-то еще. Я не знаю. Ну да, но какие-то мелкие плоды на них. Я, по-моему, спрашивала когда-то у мужа, и я не помню, что он мне говорил. Там дальше тоже финички. А это на пляже здесь ресторанчик такой, fish and chip. Рыба и чипсы английские. И все англичане, как правило, особенно когда к родственникам на Кипр приезжают, они посещают этот ресторанчик. Так что это любимое место англичан. И мы с мужем тоже иногда сюда приходим, особенно когда родственники приезжают. То из Англии, то из Австралии. Летом открывается вот эта часть ресторанчика, а зимой работает вот там другая часть его. Там есть здание такое более закрытое, отапливаемое. А вот еще какой-то кустик нашла, только он что-то наполовину высохший какой-то. Смотрите, у него вот такие, видите, колокольчики интересные. С лепесточками колокольчики. Такие оранжево-персиковые. Красивый цвет такой. На сегодня мы уже достаточно отдохнули, будем ехать домой. Напишите в комментариях, какие пляжи на Кипре вам больше всего нравятся.